Так, добрый день, друзья. Сегодня утром сделал я пост в своем телеграм-канале о том, как зарабатывать, ну, практически хорошую зарплату для большинства людей, там 47 тысяч 600 рублей на пассиве именно, потому что рассказывал я о проекте, который мы сейчас активно так развиваем. Здесь есть активный и пассивный заработок. Про активный я уже там много сделал, там зумы были, встречи с создателем проекта, все рассказал, 5 видов заработка. Но сегодня очень много пришло именно по посту, поэтому по пассивному заработку вопросов. И мы собрались с нашими топ-лидерами нашей команды и хотим рассказать более подробно, ответить на вопросы, потому что, ну, отвечать каждому просто очень сложно будет. Снимем специально видео. Итак, сегодня будет видео, как заработать на телефоне пассивно до 47 тысяч 600 рублей. В принципе, это, наверное, такая хорошая зарплата, если особенно не нужно ходить на работу, это вообще считаю замечательно. Итак, ребята, на связи. Аня, Толик, ты тут? Да, всем привет. Да, я здесь, да, есть. Толик, а ты чем делаешь? Чем занимаешься, пока твой телефон зарабатывает? А, сейчас. Вы меня видите или нет? Ну, мелькнул ты и все, там какие-то... Это грибы, Толик? Это то, о чем мы... Да, это грибы, ребята. То есть ты на работу... Да не, какая работа, ты что, прикалываешься? Я уже третий день грибы собираю, а телефон деньги зарабатываю. Руки грязные, правда. То есть, это те грибы, о которых мы подумали, или нет? Это маслята, да? Не, это маслята, это настоящие маслята, могу больше показать. Ну, в другой раз. Ты расскажи пока людям о проекте. Ладно. Я с вами, я вас. Все, я понял, не будем затягивать видео. Ребята, все пришли узнать, как заработать именно на телефоне пассивный, ну, доход свой. И, ну, кто не знает, проект Artery, там есть и пассивный, и активный доход. Что вообще нужно для того, чтобы зарабатывать? Смотрите, зарабатываем мы, сейчас откроем... Так, сайт, чтобы видели все. Так, я надеюсь, все видят сайт. В проекте Artery есть своя монета, свой блокчейн. Все знают, что есть монеты, которые майнят, парамайнят, минтят монеты. Там форжингом занимается, по сути, телефон. И все слышали про такие монеты. И сегодня, ну, будем рассказывать именно про монету Artery, на которой можно... зарабатывать до 30% в месяц, это пассивный доход, плюс сейчас идет такая первая миссия продажи монет, здесь можно заработать тоже, по-моему, до 80%, там, до 74%, просто на росте до выхода ее на биржу, когда она будет торговаться на бирже. Сейчас ее можно купить по сниженным ценам, тут каждую неделю растет цена, и уже она выросла там на 2 цента, получается. Продавалась она изначально за 13 центов, сейчас уже торгуется по 15, то есть уже заработали люди, которые купили ее. И смотрите, через 6 недель, здесь предполагают 5. Они, что она будет про 5, да? Уже 5 осталось, да, 5, уже 5 осталось. И что она будет расти до 23, с 13 до 23 центов. Это, ну, можно сказать, гарантированная такой рост цены до выхода на биржу. Здесь она прописана и постоянно будет расти, там ваш депозит, если вы покупаете эти монеты. И смотрите, друзья, ну, мне кажется, что 6 недель это слишком много. За первую неделю, то есть, уже продано 32%. Монет всего 10 миллионов продается. Кто понимает, это слишком мало на самом деле. И до выхода на биржу их продастся всего 10 миллионов. И цена в конце будет не 0.13, как в начале оно продавалось, не 0.15, как сейчас, а 0.23. И с этой суммы монет, которые вы покупаете, вы еще до 30% в месяц будете получать пассивный доход. То есть, по сути, ваш телефон и есть на телефоне именно приложение, которым можно эту монету покупать, можно делегировать и получать каждый день. Вот, например, там вчера мне за день пришло 5000 рублей монет, этих 442. Здесь и активный, и пассивный, сразу говорю. Здесь есть еще и активный способ заработка. Вы, ну, те, кто зарабатывали в партнерских программах, все знают, что есть заработок на партнерке. Здесь партнерка очень интересная. 10 уровней, до 15% на первом уровне и дальше там до 5% вниз, по-моему, на 10 уровне. Поэтому
опять же, ребята, кто... То есть вы можете не только на пассиве зарабатывать, покупая монету и получая просто на телефон эти монеты. Монеты потом можно вывести и продать их там на рубли, там на доллары, куда вы хотите, там на карту себе перевести. Это без проблем уже делается. Даже до выхода на биржу. Но есть еще и активный способ заработка. О нем я уже рассказывал. Я думаю, и сделать, наверное, отдельное видео такое большое, которое будет, буду все подробно рассказывать. Так, на сегодня, я думаю, рассказал я по основному там, по этому посту. То есть смотрите, ребята, за счет чего происходит заработок этот 47600. То есть изначально, например, здесь было просчитано при покупке 10 тысяч монет, которые сейчас стоят 0,13 центов. Так, вот они, 0,15 цента уже. И потом, когда продастся вся эта эмиссия монет, наверное, ну, рассчитываем на 6 недель, ну, 5 недель осталось, но может даже быстрее. Вы будете пассивный доход, сейчас вы будете получать 27 260 тысяч. И к концу, когда продастся эта монета, вы будете в месяц получать 47 600. То есть, покупая монеты по одной цене, вы получите рост за счет роста цены и будете еще пассивно получать монеты, эти проценты в месяц. Ребята, какие там еще вопросы, что добавить по данному? Да, Олег, по поводу роста монеты хотела сказать, что это вот на самом деле такое уникальное предложение по поводу заработка на пассиве, потому что здесь не нужно сидеть и трястись, там вот вырастет монета, упадет она вдруг, а там вдруг я потеряю или еще что-то. Здесь искусственный гарантированный рост монет, который расписан на 6 недель, ну на 5 недель уже вперед получается. Сейчас самое время, мне кажется, инвестировать в эти монеты, зарабатывать, ничего не мешает этому. Ну да, и тут уже как бы нету того, ну, если сейчас не купить эти монеты, тогда останется только доход этот до 30%, которые будут приносить и в дальнейшем эти монеты, но не будет уже именно вот этого вот роста, который на цене. Вы можете практически там удвоить свой депозит, ну не удвоить, там на 70% где-то он вырастет. Но в любом случае это хороший вариант для того, чтобы зайти, например, с одной суммой, увеличить ее, еще и плюс получать с этого пассивный доход, и все это на телефон. Ну, это вообще отличный вариант, конечно. У меня уже все родственники зашли, все друзья уже вот сейчас помаленьку заходят тоже. Все хотят заработать. Ну, это вообще идея такая классная. Тем более сейчас люди сидят дома и все ищут заработок такой, чтобы и на пассиве было, и активно, чтобы можно было там и порекомендовать друзьям заработать на этом, и чтобы они зарабатывали на пассиве. Конечно. К тому же, тут просто шикарная возможность зарабатывать активно, но особенно в команде у нас есть обучение. Обучение есть даже от создателя проекта, он топ-лидер, он большой очень опыт у него, он проводит обучение, и те, кто заходят в нашу команду, они получают это обучение и растут как лидеры, и строят свои команды, и там уже заработок не ограничен. У нас, например, в команде есть цель такая, чтобы всем активным ребятам, которые активно развиваются, обучаются, да, вести заработок именно пассивный до 1 000 000 рублей в месяц. Мы сами к этому идем, мы сами потихоньку к этому уже приходим, и всех ребят, которые активны в нашей команде, мы тоже подводим к этому результату, чтобы уже нормальный получать пассивный доход и жить там, где хочешь, а не так, как где придется, как большинство сейчас живут. Так, ребята, я думаю, чтобы не затягивать видео, достаточно для первого видео. И дальше пишите в комментариях вопросы. Плюс, ребята, конкурс, смотрите, конкурс будет на 100 монет. Это сейчас где-то 110, тысячу с чем-то, 1100, по-моему, монет. Что нужно для того, чтобы получить, ну, заработать эти 100 монет? Монеты мы отправим на кошелек, вы их сможете или выводить потом, или получать с них пассивный доход и тоже зарабатывать пассивно там до 30% в месяц. Что нужно сделать? Нужно поставить лайк под данным видео, написать комментарий, задать вопрос какой-нибудь, любой вопрос по данному видео. И как только наберется 100 лайков и 100 комментариев, мы разыграем в прямом эфире, можно сделать даже. Или там рандомайзер включим, запись сделаем и разыграем. Кто-то из вас, кто написал комментарий, выполнил условия, там поставил лайк и подписался на мой YouTube-канал, Telegram-канал, среди тех, выберем на рандомайзере победителя. Так, друзья, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И встретимся в следующих видео. Все, всем пока.